Привет, друзья! Хочу с вами поделиться некоторыми писательскими новостями из моей жизни, потому что, как вы уже поняли, я закрыла свою страничку, писательскую страничку на prozy.ru, потому что я открываю свой интернет-магазин. В данный момент пока он будет только на Фейсбуке и ВКонтакте. Официальный сайт появится чуть позже, когда над ним завершатся, собственно, технические работы. В настоящий момент там есть всего лишь одна книга, дописанная полностью, это «Ранвик Ингельд. Северная сага». Я буду устраивать какие-нибудь конкурсы, подарки и так далее. И, в принципе, основной группой я хочу сделать не Facebook все-таки, а именно ВКонтакте, потому что я не понимаю, друзья, Facebook, он меня удручает. Он не навевает на меня какое-то творчество, поэтому если вы хотите как-то вдохновиться, начать читать хорошие книги, какие-то высказывания, мои мысли о писательстве и о творчестве в целом, то добро пожаловать в мою группу ВКонтакте «Книжный магазинчик Лени Лоренс». Обязательно захотите, обязательно будут отрывки из произведений, стихотворения. Также я собираюсь выложить в магазинчик мои книги по мотивации, по психологии и по английскому языку. Они будут совершенно небольшие, будут стоить совершенно символически, может быть, рублей 50. Также у меня практически готово, осталось просто вот дополнить, как-то украсить сборник стихов Fantasy Horror Poetry. Да. Подписывайтесь, мне будет очень приятно, потому что это то, над чем я работаю, это то, во что я просто вкладываю всю себя, все свое свободное время, и занятое время, и не свободное время. Поэтому мне очень бы хотелось, чтобы у вас была какая-то частичка меня, частичка моей позитивной энергии, и чтобы вы тоже, наверное, посмотрели на мир несколько моими глазами. На самом деле, у меня нет какого-то определенного жанра, в котором я пишу. Я, конечно же, очень сильно склоняюсь к фэнтези, к реалистичному фэнтези, но также я очень люблю психологический триллер, детектив, философия и что-то вот в таком духе. Но также я пишу, собственно, поэзию, стихотворение. У меня будут обязательно книги по мотивации, по саморазвитию. У меня уже есть несколько книг, их нужно буквально чуть-чуть редактировать. Они будут не очень большие, где-то 30-50 страниц, это скорее больше как такие брошюры, как я уже сказала. Но думаю, это будет вам очень интересно. Если будут какие-то новости, я обязательно буду рассказывать вам на Ютубе, на своей страничке ВКонтакте, в Инстаграме. Все ссылки будут внизу. Поэтому, друзья, если у вас будут какие-то вопросы, обязательно оставляйте в комментариях. Я отвечаю практически на все комментарии, адекватные, конечно же. И я желаю вам только вдохновения, потому что сейчас будет осень, сейчас будет самая золотая и горячая пора для всех творческих людей. Я желаю вам только процветания и успехов. И до встречи в следующих видео. Пока-пока!